Не все были сторонниками казни еретиков в русской церкви того времени. Я уже упоминал Нила Сорского, одного из тех, которые были противниками такого отношения. И как раз в этот момент спор о жидовствующих в русской церкви походил и другой спор. Не спор между там, отделившимися от церкви сообществом, а спор внутри самой православной церкви спор, не приведший к какому-то расколу, но во многом определивший дальнейший путь православия. Это так называемый спор между нестижателями и осифлянами. Как раз Нил Сорский, яркий представитель движения нестижателей, и Осиф о котором мы уже говорили, яркий представитель движения осифлян. Спор этот заключался прежде всего в том, насколько богатой и через это влиятельной должна быть церковь. Тут достаточно непростой на самом деле вопрос. Почему? С одной стороны, Иосиф Волский, который настаивал на богатстве церкви, он... Наставил на богатство не в том смысле, что ему хотелось какого-то личного обогащения, хотелось какого-то личного удовольствия или еще что-то. И мы знаем про Иосифа Волоского, что его монастырь был достаточно богат, и это богатство активно использовал для благотворительной деятельности. Во время голода они кормили крестьян. Но Иосиф Оловский настаивал на необходимости того, чтобы церковь была богата, церковь была обеспечена, церковь владела селами, крестьянами, имуществом и так далее, для того, чтобы у церкви был большой потенциал для деятельности в этом мире, для того, чтобы у церкви была определенная независимость от людей, облеченных властью, потому как если Церковь не имеет каких-то самостоятельных средств существованию и зависит от стороннего финансирования. Это, конечно же, влияет на решение Церкви. Вплоть до того, что Иосиф Володский, хотя был чрезвычайно лоялен к официальной государственной власти, он допускал возможность и сопротивления. В том числе и царю, если царь будет выступать против православной веры. А это для этого нужен был потенциал. И Богатая церковь обеспечивала бы такой потенциал. Более того, Иосиф Володский переживал из-за того, что если церковь не будет достаточно богата, то она не будет привлекательна для знатных людей, которые просто не захотят иметь дело с бедной церковью, иметь дело с церковью, пребывающей в нищете. Может быть, богатые люди не захотят идти в монастыри и становиться там монахами – и в этом отношении, если церковь достаточно богата, то она может приобретать влияние, в том числе и среди знати, и через это влияние среди знати оказывать влияние на жизнь общества в целом. Поэтому вот такая вот видение социально активной и преображающей жизнь общества церкви как раз и побуждало Иосифа Волоцкого наставить на том, что церковь должна быть богата, церковь должна обладать солидным имуществом. А с другой стороны, его такой идейный противник Иосиф Волоцкий, который проживал в заволжских монастырях. И вообще Заволжье – это то место, где были сосредоточены нестяжатели. Он настаивал на том, что не дело церкви обладать богатством, что монахи должны обеспечивать сами себя, и жить только от этого труда, и церкви не стоит обладать там землями, крестьянами и всем прочим. И, в общем-то, такая социальная влиятельность – это не задача церкви, задача церкви – духовное преображение. Прежде всего, духовное преображение самих монахов через созерцание, через обожение, через достижение святости и через духовное преображение монахов, через их возрастание в духовности и потом их молитву должно происходить и духовное преображение общества. Поэтому перед церковью стоял фактически выбор двух путей влияния на мир, через внутреннее преображение или через внешнюю активную социальную позицию. Что любопытно, в каком-то смысле и Иосифа Володского, и Нила Сорского можно считать такими учениками, наследниками Сергия Радонежского. Сергей Радонежский умудрялся сочетать в себе два этих подхода. И активное социальное действие, и активные духовные упражнения. У него было большое количество учеников, а учениками Сергея Радочевского было организовано 180 монастырей и это хорошая иллюстрация того, насколько людей он оказал влияние. И вот как некие идейные наследники его и Воло, и Иосиф Воловский, и Нилсовский, но идейные наследники, которые смогли взять только часть того, что он предлагал, часть той активности, которой сам стремился Сергей Радонежский. Если Сергию удавалось как-то в самом себе разрешать этот конфликт, то теперь этот конфликт был конфликтом разных людей, и э, примирение достигнуть по этому поводу не удалось. Во времена жизни самого Нилосовского вопрос не был решен, э, но уже в следующем поколении при э, его ученике Кеа, Васяне Патрикееве, может быть, самым активным представителем «Нестяжателей», и к еще одному очень важном человеке, одном важном деятеле, представители нестяжательской позиции Максима Греки, который приехал на Русь, который получил блестящее европейское образование, был одним, может быть, из самых образованных, талантливых людей того времени. И здесь на Руси отставил нестижательскую позицию. Так вот, несмотря на их деятельность, все-таки нестижательская позиция потерпела поражение и в конце концов победили стяжатели. Социально это достаточно легко объяснить, по той причине, что стяжатели обладали большим потенциалом, ну, материальным потенциалом, большим влиянием в обществе. Более того, Нестяжатели, допустим, если так можно выразиться в кавычках, конечно, допустили стратегическую ошибку, обвиняя царя Василия III в неправедном поведении в связи с его повторным браком, и царю это, конечно же, не очень понравилось, и тем самым он стал сторонником стяжательской позиции. Так что постепенно стяжатели завоевывали все большее количество кафедр, стяжатели приобретали все большее влияние, нестижатели обвиня... начинают обвиняться в Ересе, и Васяна Патрикеева и Максима Грека обвиняют в Ересе, Васяна Патрикеева обвиняют в христологических искажениях, хотя, может быть, он и не был в этом виноват, а Максима Грека, который занимался переводами с греческого языка, всевозможной там, канонической и богослужебной литературы, обвиняют в Ересе, потому что в его переводах находят ну какие-то ошибки, хотя трудно сказать были ошибки или нет, одно очень интересное место. Связанные с его переводческой деятельностью. Если читать русские переводы канонических книг того времени, то там как раз упоминаются, что монастыря могут принадлежать село с крестьянами. Но новый перевод Максима Грека с греческого языка, с греческого оригинала показал, что монастырям должны принадлежать не села с крестьянами, а сады с виноградниками. Но все-таки села с крестьянами и сады с виноградниками – это не совсем одно и то же. И такой перевод, конечно же, никому бы не был нужен. Были, конечно, и другие вещи. Может быть, где-то были и действительно ошибки из-за плохого знания русского языка. А в любом случае, и тот, и другой отправились в заключение. Причем в заключение их отправили в Володский монастырь, где, собственно, настоятелем был Иосиф Володский. Поэтому не очень легко им потом жилось именно в таком окружении. И нестяжательская позиция ну, практически была утрачена церковью. Церковь пошла по пути стяжательства, церковь пошла по пути накапливания богатств, церковь пошла по пути влияния через сильных мира сего. И если нестижатели остались, то скорее, они где-то ушли в подполье и, серьезного влияния на церковную жизнь, на церковную политику в течение долгого времени не оказывали. Хотя потом нестижательские идеи в жизнь церковь вернулись в XIX веке, в XX веке, но до сего дня политика православной церкви – это в основном политика стяжательская. Просто как одну иллюстрацию хочу прочитать слова, прозвучавшие совсем недавно, принадлежащие отцу Всеволоду Чаплину, который председатель отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества и по должности в каком-то смысле такой вот внешний голос церкви. И вот что он пишет. «Украшение не только храмов, но и одежд священнослужителей – в том числе одежь в небогослужебных, а также предметов, которые окружают священнослужителей в официальной обстановке, это не придуманная мною вещь, это традиция церкви мы знаем, что и иерархи христианской древности, и практически все архипастыри церкви русской имели и резиденции, не уступающие или немного уступавшие царским и княжеским, и соответствующие колесницы. Мы знаем, что святой праведный Иоанн носил шелковые рясы и передвигался на личном пароходе. Мы знаем, что сам Господь Иисус Христос посещал ужины в домах людей, которых нынешние интеллигенты назвали бы совершенно нерукопожатными, роскошествующих воров, да и не просто воров, а сборщиков оккупационного налога собственного народа. Мы-то рязакхеи, например, Стол при этом наверняка был богатым и оплаченным на нечестные деньги. В стране, где миллионы людей именуют себя, кто с большим основанием, кто с меньшим православными христианами, церковь должна быть в центре народной жизни. Полуразрушенных храмов у нее не должно быть. Наоборот, ей приличествует обладать современными и солидными зданиями, красивыми облачениями, золотыми иконостасами – а также достаточными знаками материальных возможностей, чтобы на равных говорить с теми, кто встречает по одежке, и, быть может, пытается вести себя с позиции силы, опираясь на свое богатство и влияние. Будь то глава инославный или, наверное, общины, чиновник или бизнесмен, не случайно все христианские сообщества от Ватикана до самой бедной нашей епархии стараются, обращаясь с подобными непростыми собеседниками, не ударить в грязь лицом. И так было во все века христианской истории. Церковь, ее храмы и священнослужители, иконы Христа, царя царствующих, всегда будут украшаться драгоценными предметами, которые жертвуют именно на такое украшение верующие люди». Такова традиция церкви. а логика Иуды, к чему такая трата ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим, Иуди и навсегда и останется и извиняться по этому поводу церкви нечего. Это современная позиция, но обратите внимание на то что пишет Всеволод Чаплин, ну, он отстаивает, конечно, богатство, золото, убранство, там, да, дорогие резиденции, дорогие колесницы и все остальное. И чем это аргументирует Церковь? Должна говорить на равных с сильными мира сего. Только богатая Церковь способна говорить на равных. Только богатая церковь способна произвести впечатление на тех, которые встречают по И так было во все времена. И даже так вроде как бы Иисус Христос с его точки зрения делал, ну, по крайней мере, когда к Газахию пришел. А, логику тут до конца проследить трудно в цитате про поводу Иисуса Христа, потому как все, что мы знаем и о Нем, и голову Ему некому, негде было преклонить, и других каких-то знаков материального достоинства мы у него не замечаем, как, впрочем, у первых апостолов. Но а, что бы там ни было для ну, всего Чаплина, для существеннейшей части а, современной православной церкви, богатство, богатая, влиятельная церковь, богатые монастыри, богатое священство – это необходимый элемент жизни. Это не всегда так было. Этот вопрос, остро возникший в 15 веке, и выбор пути, сделанный в 15 веке, они, может быть, не на протяжении всей истории, но тот спор, он влиятельен до сегодня. И я еще раз скажу, Возвращаясь к предыдущей нашей теме, что спор между нестяжателями и осифлянами, конечно же, он касался церковного имущества, но этот спор как раз обострился еще и тем, что те и другие имели несколько разные представления о том, как относиться к еретикам. Более того, когда начались и репрессии против еретиков, когда жидовствующих стали уничтожать, многие из них бежали в Заволжье, в том числе в Заволжские монастыри, и там находили некоторые приют. Ну, что, конечно, тоже не способствовало популярности нестижательской позиции, и тоже было ну, одной из причин в поле, которая привела к их поражению. Поддержите ТВ Семинарии Молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект Молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminarii.com. Так что, если мы с вами теперь остановимся и в целом посмотрим на то, как же христианство формировалось на Руси, как христианство пришло на Руси, распространилось, просто такой небольшой обзор, небольшое повторение. То христианство приходит на Русь из Византии. Приходит на Русь в виде готовой, сформированной византийской веры, византийского обряда, византийской духовности. Но приходит оно, во-первых, таким часто даже насильственным крещением сверху, и приходит так, что многие наусе не способны осмыслить это как подлинную веру, а просто принимают как еще один языческий ритуал и еще один из способов манипулирования какими-то новыми и дополнительными богами. Ситуация чуть лучше становится благодаря монголо-татарскому нашествию, потому как в трудных временах происходит, в трудные времена происходит осмысление, а христианство как вера, которая может дать надежду, которая может дать выход человеку, когда просто другой надежды, другого выхода нет. И церковь и духовная, и материально благодаря политике монголо татар укрепляется и развивается, но действительно серьезной глубины богословия все еще не достигает. И малейшее давление, малейшие ветры, малейшая попытка какого-то еретического или другого пути, она встречает сопротивление только с помощью силы, но практически никогда с помощью убеждения. И церковь все еще спустя даже несколько веков после крещения слова. Более того, когда церкви нужно выбрать какой-то свой путь, какое-то свое место в обществе, то церковь выбирает путь не через углубление духовности, прежде всего, а через укрепление влиятельности, через укрепление экономической силы, через укрепление, связанное с отношениями с сильными мира сего. И вот такое вот сложное, противоречивое, неоднозначное православие становится русским православием. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.